Строительство нового общежития ДГТУ идет полным ходом. И прямо сейчас выполняется важнейший этап работ – устройство фундаментной плиты. Это стандартная фундаментная плита, порядка 1500 кубических метров бетона, разделена на две составляющие, заливаются по очереди. Сначала первая, она уже залита, и вторая, вы видите укладку бетона сейчас. По задумке заказчика, то есть ДГТУ, эти здания будут иметь на виде сверху овальную форму и соединены переходом. И высота этих зданий будет больше 26 этажей, и это будут доминирующие здания на этом участке.